Топ фишек айфона, о которых ты точно не знал. Чтобы открыть ссылку в новой вкладке, достаточно тапнуть по ней двумя пальцами. Любую фотографию можно отправить ссылкой через iCloud без потери качества. Для этого нажми «Поделиться», «Параметры» и выбери «Отправить ссылкой iCloud». Теперь просто нажимаем «Сообщение» и генерируется ссылка. Стандартный шестизначный код для разблокировки твоего айфона можно изменить на более удобный короткий четырехзначный код или более сложный код, использующий буквы и цифры. iPhone можно оставлять на зарядке на всю ночь, если включить функцию оптимизированной зарядки. Если в переписке iMessage тебе надо спрятать какую-то часть текста, ты можешь сделать это с помощью стикера Memoji. А чтобы посмотреть скрытый текст, достаточно задержать на нем палец. Чтобы одновременно перенести на соседний экран сразу несколько приложений, задержи палец на приложении и другим пальцем отметь приложение, которое также хочешь перенести. Более тонко громкость на iPhone можно регулировать с помощью свайпа. А если повернуть приложение календарь, то можно получить действительно очень удобную записную книжку. События в ней можно перемещать с помощью свайпа, и также с помощью свайпа можно изменять их продолжительность. Текст на айфоне можно сделать жирным, чтобы он стал более заметным. Также можно увеличить или уменьшить шрифт, чтобы контента помещалось больше или он просто стал заметнее.